Около сотни студентов, для которых за 6 лет обучения в медицинском университете Рязань стала почти родным городом, сегодня получили дипломы. Долгожданный выпускной, как и любое событие, означающее переход к новому жизненному этапу, одновременно овеян и легкой печалью. Очень трогательный момент. Этим выпускным стартует череда выпускных вечеров, которые будут и завтра, и в понедельник, и дальше. У нас всего 5 дней, когда мы будем провожать наших выпускников. Моменты грустные, волнительные, в том числе и радостные, потому что мы действительно выпускаем в систему здравоохранения подготовленных хороших врачей. И я уверен, что эти ребята, конечно, найдут себе место под солнцем в жизни, во всем мире бескрайним для них абсолютно. И кто-то из них будет возвращаться к нам, может быть, и многие, может, уже и их дети будут возвращаться. Поэтому радостный, хороший и счастливый день. На мероприятии собрались и родственники студентов, многие из которых пришли в национальных костюмах. Большое количество людей, экзотической для Рязани внешности, необычные наряды, иностранная речь – все это превратило день вручения дипломов в один из самых ярких выпускных Рязани. Я был в лечебный факультет 6 лет, а я сегодня – это мой последний день. Я закончил учебу, и теперь я могу сказать, что я врач и терапевт. Приехал в Рязань, потому что я очень люблю Россию. И выбрал город Рязань, потому что в интернете искали, видели, что очень хороший город. Было сложно сначала, да, но теперь очень сложно уезжать домой, потому что я привык жить в России, и особенно в Рязани. Медицинский университет объединяет под своей крышей студентов из многих стран мира. Неизменно подтверждается из года в год. Все они живут в атмосфере добра, основанной на толерантности, внимательном отношении друг к другу. После произнесенной в зале клятвы Гиппократа, каждый из них с честью принесет звание выпускника Рязанского государственного медицинского университета. Университет дает право работать ребятам из совершенно разных стран. И это подтверждение высокого международного статуса вуза. С некоторыми из студентов вуз не прощается. Кого-то ждет впереди обучение в интернатуре и ординатуре.